Это Балезинский район, за деревней Бурино. Здесь и так называемые раньше были буринские огороды. Сейчас уже половина заброшенных. Вот это вот дорога на огороды. Вот смотрите, что здесь творится. Здесь устроили несанкционированную свалку. И вот уже вся дорога к огородам заросла. Я помню, вот мы в детстве сюда ездили тоже. Огород. Здесь вот такая вот несанкционированная свалка. Люди просто, сами же жители, везут сюда прямо. И вываливают спокойно. Также говорят, что частники возят на газиках. Пока еще фактами не подтверждено. Но там уже дальше дороги нету, и туда, видимо, уже не везут. А вот до сюда еще довозят. Там уже дороги нету. Там валят.